Приветствую, друзья! YouTube-канал «Да, это так». Ярослава Маслова, Андрей Ермолаев сегодня у меня в гостях. Рада видеть, приветствовать. Добрый вечер. Здравствуйте, Ярослава. Приветствую ваших уважаемых зрителей. Тоже рад видеть. Давно не виделись. Сразу со зрителей, это тех самых дорогих, уважаемых. Подписка, если не подписаны, обязательно лайк в начале нового эфира и комментарии. Это его, ну, наверняка, могу предположить, не стоит вам, но крайне важно для нас, чтобы продвигать нашу работу, чтобы нас как можно больше посмотрело, послушало и услышало. Немаловажно, услышала, да, тут подчеркнуть людей. Благодарим вас за это. Мы пока с вами разговариваем, Андрей, в Харькове очередные взрывы, вновь атака ракетная на город. Знаете, сейчас все... Вот мы с вами в конце прошлого эфира договаривались, что сегодня поговорим о будущем Европейского Союза, Европы, каково оно, а что это будет за Европейский Союз, а союзом ли он будет. Обязательно об этом поговорим, но, конечно, не могу вас не спросить и не начать с вот этой... Знаете, триггерная тема, вот этот мобилизационный законопроект. Зайдите в телеграм-каналы, просто несется, да, значит, какие-то выдержки из документа. Вот сейчас что-то уже голосуют, уголовную ответственность дали, нет, за непрохождение ВЛК. Значит, осужденных на фронт якобы тоже вот в целом уже даже проголосовали проект закона и на эту тему. И вот как-то все то, что происходит в Харькове, как этот город, ну, по факту стирается с лица земли, он вот в информационной повестке вот как-то не тема номер один, что ли, вот позволю себе так сказать. Атаки шахидные, ракетные, они практически в круглосуточном режиме. Накануне вы наверняка видели вот это интервью Зеленского, немцев, Bild интервью президента изданию. Он говорил там о ресурсах, о возможностях переговорных с Путиным, с Россией. Много говорил о Харькове, конечно же, о битве за Харьков. Путин, конечно, хотел захватить его, имея в виду город, говорит Зеленский, потому что для него это больше символ. Харьков – одна из столиц украинских, у него большое символическое значение для режима путинского. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. И вот тут он перешел, на мой взгляд, к самой страшной части интервью, где заговорил о жертвах, возможных человеческих. Он уничтожит все, говорит Зеленский о Путине. Он убьет много людей в контексте Харькова. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Крови будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч. Так все это страшно, Андрей. Что вы думаете по этому поводу? Я, обращение к Западу, денег поддержите. Обращение к своему народу, все плохо совсем, ребята. Или что? Вы понимаете вот эти конфигурации, которые сегодня происходят и там на поле боя, и здесь, в тылу? Знаете, Ярослава, я вот оглядываюсь на последние дни, много эфиров. Я вот повторяться не хочу то, что высказывал уже как свое видение. Там геополитики, геокультуры, вновь 115 раз уже как попугай повторять. И мне вспомнилось другое. Вот начиная с событий 2014 года, сепаратизма в Крыму и на Донбассе, человечков, затем антитеррористической операции, у меня много сил, энергии жизненной. Я относился к этому очень переживательно, искренне. Уходило на то, что я постоянно, знаете, как тут... как-то неваляшка, да, вот, постоянно брался за какие-то планы. Я не наивный человек. Но у меня до сих пор остается открытым вопрос, почему все, что связано с поиском разумного выхода, не военного, подвергалось обструкции, игнорировалось и игнорируется сейчас. Почему подходы связаны с силой и кровью, а сейчас уже, видите, политики совершенно спокойно оперируют такими числами. Сотни тысяч, целые города. Ведь в 2017 году, я поднимал свои старые материалы, в своих блогах, в статьях и в интервью я говорю о рисках. Простите, вас перебью, я точно знаю, потому что вы на наших эфирах, у меня на эфирах лично были, я помню то, о чем вы говорили, как вы говорили. Извините, что я забираю эти 5 минут, но без этого сложно понять, наверное, мое умонастроение к нашему эфиру. Я тогда много писал и даже живо описывал, что означает современная война в случае вступления в войну высокотехнологичных индустриальных держав, то есть урбанизированных, с современной инфраструктурой, которой не было еще лет 50 назад, такой сложной, техногенно опасной, с такой плотностью населения, что все картинки, которые мы знаем по таким кровавым войнам от Вьетнама до Ближнего Востока меркнут по сравнению с тем, что может быть, если крупные индустриальные державы с современными армиями, я сейчас без акцентов, да, вдруг вступят в бой. Потому что тогда опорным пунктом, укрепрайоном станет каждый километр, а это промышленные объекты, это наши города, это сложная структура и так далее, и так далее. И какие будут последствия, еще неизвестно. Возможно даже, что по производному от войны украинская оборона и российско-украинская война, пожалуй, первая даже с точки зрения опыта. Все апелляции к войнам 20 века, тоже с огромными разрушениями, неуместны, потому что все равно структура мира была другая. От количества населения до сложной системы. Мы живем в очень сложном мире в плане связи, энергетики, коммуникаций. Я уж не говорю о высокой степени зависимости современного жителя Украины, да, хоть в селе, хоть в малом городе, хоть в большом городе, вообще от этой сложной инфраструктуры. Вот. Мы же не хуторяне, живущие на отшибах, сбили дом, перешли со своей кобылой, там, коровкой и свинкой и построили новую избу. Нет, многие люди, оказавшиеся сейчас вот на улице переселенцев, когда они говорят, что мы потеряли все, они же говорят не только об имуществе, они потеряли мир. То есть это привычное место жительства со всем набором тех возможностей, благодаря которым они жили. Воспитывали детей, это банально, занимались бытом. Это их какой-то коллектив, в котором они работали. Да, их даже не малая, а маленькая родина, потому что дом... Ходить все к тому, что повоюем, потом все восстановим. Это очень легкомысленное отношение. Я именно так объясняю вот свою некоторую, скажу честно, некоторую растерянность в отношении того, а что мне делать сейчас, понимая это. Ну что, писать очередной, уже 115-й вариант, что можно делать в этих условиях, так а куда его, кому он нужен? Просто заниматься критиканством, я понимаю зрителей, которые слушают в очередной раз эти обличения, и так все непросто, а тут тебе еще и капают этой на мозги этой солью. И хочется же быть источником какого-то, не только оценок, таких знаете, шаблюкаю, но и какого-то разумного подхода, что делать. Вот я о чем. Что касается трагедии Харькова. Трагедия, к сожалению, ожидаемая. И не только потому, что изменилась геокультурная составляющая стратегии России. А точнее, будет корректнее сказать, откорректировалась. Замысел превратить войну не только в способ контроля территории, решения геополитических проблем там, с НАТО, периметрами, ракетами, но еще и повернуть историю, сквозил с самого начала путинского подхода к тому, как быть с Украиной в контексте Майданов и все более усиливающейся западной ориентации Украины, украинского общества. То есть борьба за Украину – это борьба за историю. И неудача первых этапов войны это не только военные неудачи, связанные действительно с отпором, связанные с внутренней мобилизацией. Это все было. Но и был еще один момент. Это неудача вот этого прожектерства послевоенного. Ведь у Москвы же было какое-то видение. А что делать, когда вот война закончится? Как-то. Я сейчас не комментирую вариант, но как-то закончится. Что делать потом? Не получается, во всяком случае, на сегодняшний день у Москвы превратить войну в способ какого-то, не знаю, бегства, поклона, новой переославщины. Не получается. Я думаю, поэтому смена ориентиров и борьба за новые территории под соусом санитарных поясов там, или еще чего-то. Это попытка все-таки разыграть эту карту двух Украин. Потому что ни Крым, ни Донбасс, ни защищающиеся и не принимающие Россию южные области как бы толкают или заставляют Кремль судорожно искать другой вариант. Вот я к чему. Поэтому Харьков действительно это важная, даже не символическая, а реперная точка войны. Потому что от судьбы слабожанщины и ее, так сказать, центра, а в прошлом одной из столиц Украины с богатой историей, зависит вообще успех этого, достигнет ли Россия возможности какого-то исторического поворота. Второй момент. Тоже в разговорах и со мной, и с экспертами, которые говорят о всяких геополитических решениях, да, фигурирует вариант исторической паузы. Вот приводится пример корейского раздела по меридиану или германского. Верно, с точки зрения технологии и опыта, международных практик, так сказать, как это можно уконтракупить в правовом плане, какими обеспечить гарантиями с точки зрения того, чтобы вот такое размежевание, неважно, там, малых территорий, больших территорий, мы не знаем еще завершения, и надежда на то, что все-таки будут успехи, у нас сохраняется до сих пор. Но если говорить так рационально и адекватно, но нужно же помнить и о том, что подобного рода размежевание было связано еще и с размежеванием по системным признакам. Появилось два государства с народом общим, одной крови, грубо говоря. Они тоже сложны в плане состава, и корейские народы, и население Германии, или граждане Германии этнически сложны. То есть они национально прошли свой путь, да, национальной самоидентификации, но тем не менее все-таки это довольно сложное образование в плане истории. Но на этапе нациоформирования разошлись пути, связанные с выбором социальной организации, идеологии развития. ФРГ и ГДР, которые мы знаем, это же не только два государства германского народа или германской нации. Это еще выстраивание разных социальных систем в отношениях собственности, идеологии, культурной политики, разных лагерей, как тогда говорили. И в этом отношении обсуждение того, как может быть достигнута вот эта поствоенная фаза, очень важная сторона этой работы. Это и понимание того, что противник не остановится просто на контроле территории и создании санитарных зон. То есть он будет проводить мощную культурную, историческую и социальную работу. Для него вопрос победы – это не только там, торговля с Западом, где заканчивается НАТО, начинается в ДКБ там, или какие-то санитарные зоны. Это вопрос еще исторического реванша за состоятельность России, за новое объединение, за историческую правду. Я в эфирах напоминаю этот пример, его нужно прочесть правильно. Путин дарит журналисту Карлсону папочку с текстами. Оно так и прошло, многие похихикали. Но это же знак, который будет иметь последствия, потому что он напомнил американскому журналисту, политику о переославском процессе. Объяснять не надо, о чем речь. А значит, и перед нами, перед страной стоит вопрос о каких планах. То есть план, связанный с тем, как и какими силами нужно вести оборонительную политику. Это политика войны. Здесь и законодательство по мобилизации обсуждается, и мы ждем технику, финансовую помощь. Все понятно. Работа тыла, большой блок. Есть второй план, связанный с организацией жизни тыла в условиях войны. Это вопрос ресурсов, вопрос инвестирования в оборонные программы, поддержания безопасности разной и не только энерго. Есть еще кибербезопасность, безопасность коммуникационная и много других, кстати говоря, и гуманитарная. Если говорить о том, что государство должно видеть социальные проблемы людей в сфере образования, деток, положение стариков, кто нуждается в помощи, вот в широком смысле гуманитарной безопасности. Потому что любые тонкие места, точки напряжения, обездоливания, это внутреннее напряжение. Но я бы обратил внимание вот на какой важный момент. У нас в плане восприятия ближайшего будущего, да, все задачи, которые формулируются, они тактические. Все на потом. Об этом подумаем на потом, это спланируем на потом. Но жизнь же не останавливается. То есть реально общество сейчас очень быстро трансформируется и формируется какие-то новые характеристики, новая структура. А ну-ка, миллионы переселенцев в центральных и западных областях. Релокация производств. Большая стихия, связанная с расселением и переселением. Проблемы с, я даже не знаю, как правильно теперь это назвать. Это не рынок труда, это пространство. Рынок безработицы, да. Скорее. Да. Да, такое неорганизованное пространство, связанное с трудом и безработицей. А значит, у нас формируются какие-то новые локальные общности в каждой области и в более широком плане регионе. Потому что область — это административная единица, регион — более широкое понятие. В каждом регионе формируется какая-то новая социальная структура со своим внутренним климатом. Это новый состав населения во всех отношениях: демографически, профессионально, ментально. И это требует уже сейчас новой политики, связанной с этой стихийной реструктуризацией. Я веду к тому, что у государства должна быть визия. Какой должна быть политика равновесия и стабильности общества и государства в условиях войны? Потому что следующий этап пока еще мало прогнозируем. Все, кто говорят о ходе войны и военных событий, пока откладывают ответы на потом. Все решится на фронте. Как решится на фронте, мы только надеемся, что в нашу пользу. Вот. Но не исключено, что фронт может просто замереть, остановиться в силу геополитических раскладов и истощения сил. Могут быть еще какие-то изменения. Но это же не означает, что мы должны закрыть глаза и не смотреть по сторонам, что в это время, это месяцы и годы, происходит в регионах Украины, которые вне военных боевых действий. Вопрос нового развития региона, вообще новой регионалистики, соответствующей культурной политике, назовем так, внутренней геополитики и внутренней геокультуры, является очень важным, потому что только с помощью этих инструментов мы можем серьезно говорить о политике национальной консолидации в условиях войны. Тезис ключевой, я его повторяю сейчас из эфира в эфир, и имею в виду политику, которая позволяет снижать напряжение, как социальное, так и гражданско-политическое. Позвольте, я спрошу вас, Андрей. Да. Спросите, важно. Нет, я собственно, точку поставил. Да, мне интересно, насколько корректно говорить о том, что было в 14, 15, 16, но я думаю, и вы, и зрители, меня поймете, почему именно такую формулировку я применила. Да, генеральная репетиция, я про эту внутреннюю миграцию и построение государственной политики вокруг этого вопроса. Давайте, скажем честно, тогда политика на государственном уровне, она по факту была провалена. Да. Мы помним все эти истории с прописками донецкими, луганскими, с помощью, по-моему, с 800 гривен начиналось, и стоны документов, да, доказать, что я оттуда, но имею право жить здесь. Снять квартиру, устроиться на работу, 0 рабочих мест. В общем, не хочу это даже продавать, мы-то уж с вами точно знаем. И как-то же вам кто-то скажет, например, я. Люди устроились, то есть без вмешательства и помощи особой со стороны государства. Устроились, работают, кто-то да, комфортно себя через какое-то количество времени стал чувствовать и здесь, как дома, да, там выехал с Донецка, с Луганска и прифронтовых регионов. То есть и где тут была рука государства? Да, и о том, что сейчас-то чем отличается ситуация от того, что было, и насколько важна и мощна может быть эта помощь государства? Или, ну, спасение утопающего, дело рук самих утопающих. И история нам показывает, что, в общем-то, мы с этим справились. Как вы считаете? О государстве я сейчас говорить не хочу, потому что я не вижу внятной и сформулированной государственной политики. Глава государства занимается дипломатией, войной и решением проблем, связанных с войной. Правительство, мне кажется, кто в лес, кто по дрова. Нет, даже стратегии там есть. Борьба с демографическим кризисом. Я вот читала на днях, мне скидывали. Послушайте. Послушайте, я когда-то в профессиональной жизни сталкивался с такими чудаками, которые приходили, рассказывали, что у них есть гениальные тексты «Спасение Родины». Я говорю, расскажи. Говорит, там все написано. Он говорит, ну ты же писал. Да, да. Потому что ясность мысли означает внятность понимания сути дела. Но если ты не в состоянии изложить там, в длинную, в короткую, не суть, но сам изложить без препинания, без затыкания, без слов-паразитов суть дела, значит то, что ты носишь, не имеет отношения к жизни. Это просто слова, у которых нет носителей, а главное деятельных носителей. Поэтому я стараюсь не столько... Я, естественно, знакомлюсь периодически с документами, но я стараюсь внимательно слушать и следить за действиями тех, кто что-то задекларировал. А как он поступает? Министр, правительство в целом. И в этом отношении, когда я говорю, кто в лес, кто по дрова, это я не про правильные документы, которые висят там на сайтах. Вот. Я о той суматохе, ну, достаточно проапеллировать к этому проваленному процессу переговоров с европейскими государствами, где начались социальные волнения против экспорта украинского продовольствия. Вот я вот так выставил мысль. Переговоры с государствами, и то есть правительствами, и законодателями, где возникли социальные волнения на почве вот этого кризиса с рынком. Раз провалено, это значит не было способности, возможности не только найти общий интерес, а внести предложения, которые бы сделали выгодными для наших европейских партнеров в работе с нашим экспортным потенциалом. Чтобы это было европейски выгодно. Не в смысле возможности продавать на рынке, а в смысле модели, по которым наш экспорт станет частью планирования в целом европейского продовольственного экспорта, без создания внутренних конфликтов. Вот я декларирую, я понимаю, какие подходы можно было применять. Почему провалилась политика правительства, это вопрос не ко мне. Но это говорит о том, что все, что написано в этой части, о евроинтеграции, о наших планах, связанных, значит, там, с секторальной интеграцией, это все слова. Потому что на практике нифига они не могут сделать. Значит, это все слова. И так в отношении очень многих других вопросов. Поэтому я сейчас хочу поднять немножко другую проблему. Это вопрос ответственности и новой позиции региональных элит. Потому что и сейчас, и в ближайшие, ну если говорить о календарных ориентирах, в ближайшие месяцы и даже годы, год-два, независимо от того, как динамично или наоборот медленно будут развиваться события на фронте, ну, потому что это разные алгоритмы, но я думаю, что в основном события все-таки будут сконцентрированы по восточной границе и югу, там, где сейчас они идут, с каким-то дыханием, с успехами, неудачами, на контрнаступление будет встречное контрнаступление, вот эта большая жестокая игра, она еще будет тянуться довольно давно. Но все это время сотни тысяч людей, которые уже изменили свою судьбу и еще будут менять свою судьбу, учитывая угрозы, связанные с переселением, учитывая объемы эвакуации, которые еще предстоит пережить, потому что сложно будет жить в восточных регионах в условиях бомбардировок. На региональные элиты будет ложиться ответственность за то, будет ли вот этот процесс связан с, как бы, ну, с нашим усилением, с созданием, ну, какой-то новой сплоченности, или это будет источник новых конфликтов и кризисов. Почему я говорю о региональных элитах? Потому что это я еще произнес. Центр не справляется, игнорирует. А, кстати, они есть эти элиты региональные вопросы? Вот. А теперь второй вопрос. Вы совершенно правильно задаете вопрос. А есть ли они? Потому что когда мы говорим о региональных элитах, мы по памяти вспоминаем 90-е, 2000-е, когда региональные элиты имели даже образ. Группы влияния, олигархические или там финансово-промышленные группы, известные чиновники там, с десятилетним опытом, значит, работы. Даже использовали старый термин губернаторы, которые скорее имперских структур, чем главы администрации, как-то не переживалось. Но в целом вот эти группы влияния, где был бизнес, местная власть, сильные лидеры самоуправления, мы их называли элитами. Почему мы их именовали элитами? Потому что независимо от того, были у людей эти грехи, связанные там, с экономикой, приватизацией и прочим, это были люди, которые брали на себя ответственность за то, что в регионах происходило. То есть они олицетворяли эту ответственность. Другое дело, как они с этим справлялись. И тем не менее, ряд лидеров регионов, да, и политических, и экономических, вообще остались в политической истории. Невецкий. Большой стройки, да. А вот я говорю о том, что в каждом регионе есть группы влияния. Почему вы правы, что являются ли они элитами? Это вопрос, потому что элиты – это ответственность и способность свой, даже групповой, даже очень эгоистичный интерес реализовывать через вот формулирование политик, что нужно региону. Именно поэтому часто группы влияния, ну, как бы формулируют запрос на то, контролировать местную власть, это мэрии крупных малых городов, это областные советы, это лоббизм кадров в отношении административных структур. Вот тут у нас сейчас как бы выжженное поле. Посыпалось, да. Да, вот, во-первых, многие группы влияния затихли, потому что война и прочее просто их декапитализировали. Плюс ко всему очень жесткая кадровая политика с использованием силовых методов. Конечно, многое делать страшновато, ну, потому что. А сталкиваются они с тем, что часто к ним в качестве парашютистов присылают людей, ну, вообще плохо понимающих в регионалистике. А ведь и ситуация изменилась, я ведь с чего начал, сложные регионы. Я подвожу к тому, что сейчас критический вызов – это формирование, условно, нескольких интегральных регионов. То есть регионов, в которых будут формироваться элитные группы, способные стратегировать свою территорию и проводить новую политику, связанную вот с этим результатом войны. Релокацией производства, переговорами с центром о том, как планировать регион. Ну, потому что часто это происходит по-буденовски. Хотим и сделаем. Во-вторых, новые политики гуманитарные, связанные теперь со сложным разным населением. Для недопущения культурного сепаратизма, шовинизма. Для того, чтобы была возможность формировать и даже создавать новые громады, осваивать территории, создавать новые центры роста. А это возможно, если будет какая-то коммуникация по поводу того, что нужны совместные инвестиции, их надо согласовать, получить поддержку. То есть то, что называется региональное стратегирование. Кажется, что сейчас это все такая абстракция, да, вот не до этого. Я утверждаю, не просто до этого, это нужно было делать вчера. Потому что мы можем оказаться в таком историческом переходном периоде, когда нам нужны будут новые центры сборки. А центры сборки это не про парламент, это не про Грушевский с Банковой. Это про позиции людей, которые, распоряжаясь экономической и политической властью, будут создавать условия, когда люди опять начнут стягиваться. Когда жизнь, работа, организация станут привлекательны, выгодны, будут примером для других. Работа с интегральными регионами – это одновременно и задачи прагматичные, то есть планирование территории, рациональное реструктурирование. Много стихии было за эти годы войны, и еще будет много стихии с этими релокациями, переселениями и так далее. Это нужно будет искать, развивать и потом представлять примеры, как жить и работать в населенных пунктах и городах, где изменился состав населения, настроение, есть новые виды конфликтов. Это я еще не говорю о том, что нужны срочно и новые практики, и более того, их продвижение, да, их использование как социального примера, как поступать с теми, кто возвращается с войны. Это особая категория. Я не буду называть имени, но у меня вызвало большое уважение, например, проект, который инициировал один бизнесмен Киевской области. Он строит жилье своей компании для ребят, которые возвращаются с фронта, кто уже мобилизован, кто после лечения, дает им работу, то есть, естественно, с выгодой для себя, но одновременно обеспечит и жильем, и хорошими условиями новой социализации. Но такие примеры должны быть не просто на слуху, они должны получить поддержку в виде государственной программы, государственно-частного партнерства, а может и муниципально-частного партнерства. Вот, потому что это... Только кажется, что все, что я говорю, это как-то скучно, это сейчас не про войну, это не про Харьков, это и про Харьков тоже. Потому что только ведя эту работу, только организовывая в ряде интегральных регионов вот эту работу по сборке, по вот этой внутренней консолидации, мы можем создать атмосферу, в которой затем возвращение и социализация потерянных войной регионов будет проще и понятнее. Это и есть новая политика консолидации в практике, в жизни. Я не вижу сейчас, к сожалению, в структурах власти ни понимания, ни даже визии, о чем это, зачем это. У нас тут есть менеджеры, которые там тратят деньги бюджета на то, что дрон полетел. Но это просто говорит о незрелости и неграмотности правящего класса. О том, что они до сих пор относятся к стране как к набору каких-то, в их языке, опций. Да? Вот как интернет, это какой-то программный конструктор, в котором надо просто эти программки переставлять. Развитие общества — это сложно, это развитие даже творчества и искусства в каком-то смысле. Вот и о чем. А права ли я буду, что для того, чтобы в идеале, то, о чем вы сказали, эта синергия с обществом этих самых элит региональных, она образовалась, но, мне кажется, основа, которая должна быть, фундамент для этого, это доверие, правда? Мне кажется, конечно, люди сегодня, кроме собеседников на кухне и военным на фронте, да, если можно доверять, даже черт с ним, с этими соцопросами, хотя они тоже об этом говорят, они никому больше не доверяют, никому вообще. И этот процент уровня доверия к государственным институциям, к местным, он же падает. Просто сумасшедшими темпами. Ярослава, вы же сказали очень важное ответственное понятие, произнесли — доверие. Ведь доверие — это не вера. Потому что вера не требует доказательств. Господь Бог не требует теорем. А доверие рождается чем? Тоже практикой. Когда вы начинаете доверять человеку, близкому или в деловых отношениях, когда он из раза в раз производит что-то, помогает вам, или совершает поступки, которые подтверждают, что он такой. И доверие возникает как из-за того, что этот человек и правда так устроен. Он неоднократно это доказывал собой и своим поступком, своей позицией. То есть доверие — это результат опыта. Когда наши социологи, они псу используют, то верят, не верят, то доверяют, не доверяют, они и псу, и слова используют, и часто путают основания. Потому что потеря доверия, если оно было, конечно, если мы правильно это слово произносим, оно связано с тем, что тот, к кому это относится, это может быть политик, это может быть государственный орган, это может быть какая-то структура, вдруг изменили логику, характер поведения. Они перестали поступать так, как раньше поступали, что и вызывало к ним доверие. Но представьте себе, что человек, который... из года в год, работая с вами в коллективе, да, не знаю, никогда не подводил по времени, техника была всегда в порядке, всегда мог выручить. Более того, именно с ним у вас получалось быстро, качественно что-то в вашей профессиональной сфере. Вдруг с какого-то момента, да, пренебрежительно относится к вам лично, техника ломается. И вообще он вас подводит так, что ваша сфера начинает ломаться. Вы... Первое, о чем скажешь, ты потерял доверие. А какой вы практически вывод сделаете? Ну, слушай, а мне надо жить, я хочу творить, и мне нужен завтра, послезавтра. И что? Я буду делать новый выбор. Поэтому кризис доверия, это тоже, это не про наши там, эмоции, там, перенравилось. Нет, это практическая сторона. Как только теряется... В общем, я буду делать выбор, а вот у вас выбора нет. Вы либо со мной, либо против меня. Ну, да, где-то же так это работает. Если, да, если объект и субъект доверия, да, вот у них происходит этот разрыв, а тот, к тому теряется доверие, говорит, да нет, я останусь. Тут возникает почва для чего? Уже для конфликта. Ну, потому что жить-то как-то дальше надо, а уже сложно, уже нет этого взаимодействия. Поэтому в политике работают те же законы, что и в психологии деловых отношений, даже в личных отношениях. Они, в общем-то, мы говорим об одном и том же. А доверие, вы правильно сказали, что проблема сейчас вот региональных групп влияния состоит в том, что они в этом новом составе, этот состав очень изменился за годы Майданов и годы войны, да еще с этими иллюстрациями, с зелеными переменами, этими менеджерами многочисленными, молодыми, 5-6 по области. Я-то все понимаю. Во-первых, есть проблема доверия, потому что непонятно, кому доверять. Нет устойчивых групп, которые берут на себя и длительное время подтверждают, что мы это делаем, мы за это взялись. Я этим объясняю, почему так устойчивые и, несмотря на конфликты, стоят крепко на ногах те руководители и лидеры местного самоуправления, которые вот не растерялись и тянут лямку. Вот мы говорили о Харькове. Надо вспомнить просто добрым словом мэра города, да, который, несмотря на то, сколько на него собак вешали и в чем только не упрекали, но тем не менее изо дня в день уже посерел он, почернел, но он тянет эту лямку. Вызывает он доверие? Вопроса нет, верно же? Потому что люди вызывают доверие и формируют доверие именно личным опытом и подтверждающимся изо дня в день. И это урок для тех, кто сейчас в регионах, на которых объективно будет ложиться ответственность за будущее страны, как интегральных регионов. Туда бегут, туда релоцируют. Это места передислокации, это места надежды, что там нет войны. Они должны научиться управлять этим процессом, формировать тактическая, стратегическая задача и видеть свою миссию в будущем Украины. Потому что Киев и сейчас, и в ближайшее время будет сконцентрирован на общенациональных задачах. И драчка тут за власть будет общенациональная. То за булаву, то за структуру парламента. А вот эту ответственность первая. Региональные элиты должны понять это, начать говорить этим языком. Мне просто кажется, что мы говорим о чем угодно. Об эфирах разных экспертов, которые друг друга там... обкладывают, значит, трехэтажным матом, или проводят взаимное расследование, кто больше сепаратист и враг. Это сейчас новое влечение. Это тренд, да. Это тренд, да. У нас, значит, такая большая гейм-игра в нарративы. Вот. Я вначале относился к этому с полуулыбкой, но уже когда дело коснулось репутации и прочего, скажу честно, сам начал почитывать некоторых и смотреть видео. Вопросов вагон и маленькая тележка, особенно к самым громким критикам. Именно с точки зрения их компетентности и нарративности, и того, что они делают. Слушайте, особенно в части национальной культурной политики консолидации. Да. Большего оружия врагу, чем наши борцы за национальную культуру, врагу никто не передает. А что не запрет, то подарок, понимаете? Я не знаю, что больше всего вас в этом раздражает, но вот меня, да, категорически просто. Я понимаю, что без фамилии сейчас, вот я смотрю, да. Мы о явлении говорим, а не... Среднестатистически сидит Иван там, Иванович Петров и вещает, да, значит, вот это хорошие, это плохие, это левые, это правые, вот эти, значит, всех на войну, а вот этих всех казнить, потому что там, значит, нарыли какое-то, значит, подыгрывание Роспропаганде. К примеру, я сижу и думаю, ну, тебе же позволяют это делать? А, выходить на голубые экраны, б, создавать свои каналы, на которых ты можешь вот это вливать в массы просто в круглосуточном режиме. К тебе приходят, значит, гости, народные депутаты, там, значит, чиновники с рангами, да, какими-то именами. Но ему же позволяет это делать за бюджетные деньги. Ну да. Слушайте, ну я просто иногда себя останавливаю тем, что ведь многие из критиков, которые... Но я себе не позволяю использовать фамилии людей, которых я не знаю. Я просто с ними не сталкивался. Их представления не имею, кто они, что они. Может, они милейшие люди. Но ведь многие из них даже под стол пешком не ходили. Вот, когда мы проходили школу-перестройку, занимались неформальным движением, издавали неформальную газету на свой страх и риск. Работали, была такая организация с БУСЭТ, Союз борьбы за уничтожение системы экономического труда. Кому расскажи сейчас, да... Да. Вот. И в этом отношении у меня своя личная история страны. Вот. Мне нет нужды кому-то что-то доказывать. Но что... вам придут и скажут, ваша история, она неправильная. Вот, значит, вот это. Ха. Булгакова сюда, этого сюда. Мне будет, во-первых, что ответить, а во-вторых, я связываю свою судьбу со своей страной. Во всяком случае, пока это еще как-то хоть физически возможно. И мне кажется, что я могу заявлять, что я понимаю немножко поболее. Потому что, опять же, вот это старое гегелевское, все последующее проливает свет на предшествующее. Историкам через 100 лет на самом деле не будет важно ковыряться в деталях. Но если не будут там таких вот уж совсем, знаете, щепетильных, таких скрупулезных историков-архивистов, которые теперь уже будут не в библиотеках сидеть с этими пыльными газетами, а будут с такими круглыми глазами перечитывать переписки, значит, и даже эпистолярного наследия переписок нет, у нас же Вайбер, WhatsApp, вот это. Так я вам скажу, для историков это все история. Кстати, тем, кто пишет неграмотно, рекомендую. Ставьте стать грамотно. Вас будут читать. А то ваша фамилия потом засветится. Я совершенно серьезно говорю. Да, это хорошо, что мы можем перечитывать, например, наследие переписок там, наших литераторов, поэтов, ученых 19-20 века, потому что они писали, они умели писать. И писали письма, и не только книжки, а еще и... Благодаря этому мы знаем их характер, мотивацию, как сейчас модно говорить. А по нам будут судить, вот, по оставшимся видео YouTube, по выступлениям в телемарафонах и по перепискам. Поэтому, когда кто-то с пеной у рта, значит, не обдумал что-то брякает, он должен помнить, что он говорит не только с конкретной аудиторией, он оставляет свой след в истории. И на него будут смотреть, где он был шовинистом, где он был кавалеристом-большевиком, где он кого-то оскорбил. Это все исторические следы. Я веду к тому, что для наших потомков, историков будущего, все будет выглядеть совсем не так, как нам кажется сейчас в рамках нашего вот этого бесконечного марафона. И знаете, какие вопросы будут? Как допустили войну? Что не понимали, что она будет очень опасна для страны, независимо от того, кто прав, кто не прав. Как допустили? Политика войны и взаимоотношения государства-общества. Это будет скрупулезнейшим образом анализироваться. Какие решения принимались, какие строить взаимоотношения между гражданином и государством, какие меры применялись, как это объяснялось, какие результаты этих событий, демографические, статистические, психологические. Более того, мы же должны понимать, что независимо от нашего с вами разговора пройдет несколько лет, и эти события, они останутся на страницах книг, воспоминаний, там много патетики, патриотики, много будет серьезной мемуаристики, будут исследования и военных историков, об истории операций, которые сейчас не говорят. О них расскажут чуть позже. Кто что принимал, если были секретные решения, эти секретные решения подымут. И мы живем в мире, где вот это все тайны Полишинеля. А значит, каждый день, когда мы принимаем решение общаться, говорить что-то публично, мы должны одновременно решать другую проблему. Что сейчас мы можем, на что мы можем повлиять, чтобы завершение войны было как можно быстрее, б, как не допустить очередных тысяч потерь, меня язык не поворачивается говорить цифрами, которые иногда фигурируют, значит, в... потому что каждая смерть это трагедия. И что нужно делать, чтобы к этому времени, к завершению, собственно, военной фазы, мы не породили уродливое общество послевоенное с криминалом, ПТСР, растерянностью, злобой, культурным сепаратизмом, и многим тем, что, к сожалению, возможно. Я своим друзьям часто, я даже дарю, покупаю в качестве подарка работу Тони Джата, английского историка, о послевоенных годах в Европе. Ну, так как послевоенные годы в Советском Союзе вроде бы, как нам кажется, более-менее хорошо понимаем, да, Тони Джат приводит яркие иллюстрации и анализирует, описывает, что происходило в послевоенной Италии, Франции, Германии. По крупицам Европу, да. Рекомендую, потому что мы уже в этом процессе. Мы в войне, но мы уже и с этими военно-послевоенными проблемами, которые будут нарастать в геометрической прогрессии. Там тоже законы, работают законы количества и качества, по накопительной. И я смотрю, что многие просто к этому не готовы. Все в режиме вау. Да не вау, многое ожидаемо. Социальная деградация ожидаема. Такие явления, как компенсаторы через алкоголизм и наркоманию, ожидаемо. ПТСР, связанный с военными действиями, описан, изучен. А вот что такое депрессия и переживание военной травмы вне военных действий у мирного населения, но под бомбардировками, страхами, в метро, там конь не валялся. Сами психологи, по-моему, уже травмированы. Это серьезнейший блок проблем, который как минимум требует не просто публичного проговаривания, а повседневной, в том числе и с учеными работы, потому что без... Потому что от них зависит политика, как с этим быть, какие инструменты использовать, что делать, куда бежать. Но возвращаясь, кстати, вот все-таки к постановке, почему я начал с, казалось бы, начали с Харькова, а я перевел, потому что, мне кажется, задача вот этого внутреннего плана стоит наряду с, вот вместе, да, задачи обороны, которые не обсуждаются. Здесь лучше говорить со специалистами, я могу только аккуратно предположить направление удара, исходя из моего понимания замыслов противника. Ну, это если на то будет запрос и разговор. Второе, это, собственно, планы национальной консолидации, потому что истерика и уровень напряжения внутри, в тылу, в условиях войны, это преступно, даже не халатно, а преступно. И все эти языковеды и прочие болтуны, которые создают новые точки и поводы напряжения, ведут такую же преступную политику, как ДВРГ и ИПСО-компании противника. Они создают поводы и работают в том самом вражеском нарративе. Я говорю сейчас очень серьезно. Иногда самый ярый патриот на поверку оказывается банальным провокатором. Это такая культурная гапоновщина, если кто помнит это явление. Но и третий момент – это внутренний план. И это я не про ОПК, это я не про дроны. Это я о государственной и региональной политике в условиях войны и послевоенный период, о новых подходах к региональному стратегированию. И этим должны заняться региональные группы влияния, которые должны наконец-то перейти вот этот, ну, может, они пока побаиваются, эту черту и стать элитами, то есть вести за собой. А это примеры, это ответственность. Примеры и ответственность. И может быть в этом отношении наконец-то заявить свое «я» в отношении центра, который считает, что в следующей Украине региональные элиты не нужны. Вот будет программа восстановления, будет два больших фонда, эффективные менеджеры, все будет ехать. Интересно, они у людей спросили, что будет именно так. Ну и я говорю о роли интегральных регионов, как о центрах сборки страны. К сожалению, мы просто еще в ходе гибридной войны на Донбассе серьезно занимались новой регионалистикой. Был целый ряд аналитических материалов моей группы, связанных с новым югом, который образовывался как вот новая такая внутренняя геополитическая реальность, новый юг, целый доклад был. Был доклад о роли центра, центрального региона или макрорегиона, который должен был стать вот такой сборкой. Мы эти подходы, к сожалению, не успели реализовать, возможно, потому что и тогда значение внутренней геополитики и геокультуре не придавалось. Тогда была армия маломира, и сейчас мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы серьезно говорить о консолидации, не о мобилизации, не о том, что все на фронт, а о консолидации, как о преодолении вот этих распри в пользу будущего, нужна практика. Потому что без этих шагов практически в каждом большом городе, в каждом регионе, в отдельных экономических секторах, в сфере образования, на рынке труда, оказывается, это не работает, нет доверия. Вы сами это зацепили. Раз уж этим не справляется центр, то пора просыпаться тем, кто сейчас еще сохраняет авторитет и возможности в регионах. Пока не поздно. Пока не поздно. Ведь в свое время... Понимаете, какая штука? Мы же, когда используем примеры истории, иногда это воспринимается как тождество. Нет, примеры истории — это всего лишь иллюстрация. Это, знаете, как повод подумать. Так вот, про повод подумать. И к вопросу о истерике, и к вопросу о вот этих репрессивных методах в отношении инакомыслия и в отношении сильных регионов в условиях войны. Мне вспоминается... политика популярного сейчас в Кремле товарища Сталина, который объявил, зная, какой кровью придется заплатить за коллективизацию и индустриализацию, о том, что, оказывается, в условиях строительства социализма усиливается классовая борьба. А значит, классовые враги не дремлют, и надо проводить особые меры по упреждению и уничтожению. Так вот, вот этот сталинский опыт, мне кажется, сейчас применяется и здесь, когда по мере того, как сложно проходит фронт, как вот одного цикла наступления, контрнаступления к другому, усиливается истерика в отношении так называемых врагов. Очень мне это напоминает борьбу Иосифа Виссарионовича там, со всякими уклонистами, лево-право, ничего не напоминает, уклонистами. Вот, бухаринцами, троцкистами и прочее. А в сухом остатке это к чему привело? К выжженному полю в среде партноменклатуры, созданию вертикали, правящей группы и так далее. Эти уроки надо помнить хотя бы для того, чтобы сейчас, организовывая оборону, переживая новые не просто вызовы, а угрозы уже в области геокультурных замыслов противника, чтобы сейчас опять не использовали этот инструмент усиления классовой борьбы в условиях, значит, войны с внешним врагом. Потому что карьеристы и подлецы умеют этим пользоваться. Они были, есть и будут, да, увы. Вначале сказал, поговорим сегодня о будущем Европейского Союза, поэтому, уважаемые зрители, обещаем, в следующий раз обязательно. Поговорим. Да, обязательно. Спасибо, Андрей Ермолаев, сегодня был у меня в гостях. Всего доброго, мира. Всего доброго.